вас буханка. Буду менять подушку рессоры. Вот она. Крышку снял. Вот крышка. Смотри, в болтах вот здесь. Крышку снял. Там домкратом чуть поддомкратил. Кузов кверху немножко. И сейчас просто ломиками отожму и новую вставлю. Так, смотрим. Нажимаю. Вынимаю старую. Так, аккуратно, чтобы руки не зажало что-нибудь. Так, вот новенькая. Ее вот. Вот так вот она. Большой выпуклостью. Вот это вверх. Там углубление такое вверху как бы есть. Вот оно туда вставляется. Так вот раз. Все. Вот так вот она вставляется. Вот все, вот так вот примерно. И вот так вот тихонько опускаем туда. Так вот загибается. Вот так вот. Болтики. Все, вот удобно вот такие подушки. Самая удобная, наверное, такая. Чем на простых рессорах, чем на хантерах, допустим, там. Эти резиновые. Там на рессору целиком снимай, чтобы поменять эти резинки. А тут не надо. Тут раз приподнял, поставил и все. Даже вот, вот домкратом приподнял. Даже можно, мне кажется, домкратом не поднимать, а дожмется ломиком так. Еще кто-то, если помогать будет вдвоем, вообще нормально. Ну все. Пока, до новых встреч.